Я сейчас спросила. Я не сказала, я спросила. Не помню, что будет такое. Так, Николай, у нас осталось буквально минуту до конца эфира. Николай пишет, я извиняюсь, продолжу. Пытался он что-то сделать с чиновниками. Чиновники говорят, покупай, спрашиваю, у кого? Они говорят, у государства. Да, вот я имею в виду. Смотря что покупай. Что надо покупать у государства. Ну, только не лояльность чиновников. Вот. Ну что, ну лицензию, ну патент, ну мало ли что, иногда надо покупать, да. Почему? Подожди секундочку. Именно платить деньги за то, чтобы тебе дали лицензию, платить деньги за то, чтобы тебе дали. Если патент платный, значит, ну надо платить. Нет, я имею в виду не столько, да, саму процедуру, сколько вот не дают тебе патент. А это не называется государство. Это называется, извините, частное лицо. Что любой чиновник искренне считает себя государством, это правда. Но потакать ему в этом не следует. Что ж, давайте не будем действительно потакать всяким неприятным личностям. Зато у нас две приятные личности в этой студии были в этом эфире. Спасибо большое, Александр Привалову, говорю я, ведущий «Особого мнения». Спасибо, говорю нашим слушателям, которые активно писали, участвовали в нашей беседе. Это была программа «Особое мнение». Спасибо, до свидания. Реклама. Издательский дом «Порог» представляет роман Александра Потемкина «Человек отменяется». Офигеть. Автор отражает все многообразие трагизма человеческого бытия в современном мире. Спрашивайте в книжных магазинах города или заказывайте по телефону в Москве. 611-339. Рыба золотая. Желание исполняешь? Ну, говори. Внедорожник хочу. Ну что, просход, как у мопеда. Кризис у нас.